Шанхай. Сейчас просто, может быть, получится такой резонанс, да, когда два подряд идут похожих одинаковых композиций музыкальных. То вполне впечатление, возможно, может, перебить один другого. Костюм у него точно больше под танго подходит, чего не могу, конечно же, про нее сказать. Танго китайской пары удалось однозначно лучше, чем российским дуэтом. Опять-таки, не исключая наши любви. Чисто как зритель смотришь, да, и согласись, что это танго гораздо больше похоже на танго, чем, к сожалению, мы видели в предыдущем варианте.